Музыкальная премия «Крым ТВ 2010». Подводим итоги года. Награждение лучших вокалистов, музыкантов, режиссеров, аранжировщиков, деятелей культуры и искусства. Выступление самых популярных артистов полуострова. Не пропустите главное музыкальное событие года. Музыкальная премия «Крым ТВ 2010». 9 декабря в 19:00 в Украинском музыкальном театре. Специальный гость программы – суперзвезда белорусской эстрады. Герман. Сегодня мы расскажем вам самую настоящую русскую народную сказку. Слушайте внимательно, да запоминайте. Жили-были два веселых слова – хит и парад. Любили они народ радовать, и устроили они как-то пир в своем царстве. И прибыло к ним 11 лучших артистов со всего царского владения. Каждый старался чем-то удивить. Только скучали в сторонке три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Хотелось им чего-то русского отведать. И тогда, по велению хит-парада, привели к ним славяночек. Все, будет 5 человек, мы вам обещаем. Вот только удивить бы всех надо. Эту песню практически никто еще не слышал. Все застыли в ожидании. Дело в том, что если уж песни решили удивлять, то точно без фонограммы. Все должно быть по-настоящему, по-русски. Без фонограммы-то петь умеете? Мы думаем, да. Судя по... Мы принимали, да. Давайте все-таки попробуем, перед тем, как появиться перед славными русскими богатырями. Своей любви дождешься ты. Да, что ж делать-то будем? Придется просить кузнеца, чтоб выковал всем новые голоса. Зачем же себя за певцов-то выдавали? Чтобы у них тоже а все за было... кого же еще? Что ж, придется вам применить силы чародейские и понравиться нашим богатырям. Ведь кто-то должен вдохновлять мужей славных, землю русскую охранять, да добра наживать. Вот, это будет точно, 100% это будет. Придется уж на слово поверить, куда ж деваться-то? И предстали пред нашими богатырями краснодевицы, славяночки. И задействовали они все свои чары. Двое мужчин с гитарами, и была бы почти абба. Штаны клёши всех такие, причесочки. Голоса поставлены, интонируют хорошо, настроение песни передают. Чувствуется их профессионализм, чувствуется их опыт. Ничего как бы лишнего нет. Чего-то не хватает, какой-то изюминки. Лучшему закону.
тут с претензией на бриллианты, на самом деле, они не так блестят, как должны были блестеть. Поют-то хорошо, они поют, хорошо. Да, поют хорошо. Они ее спели одинаково с самого начала, да, чем-то? Я не услышал какую-то кульминацию. Хорошая песня, хорошо исполнена. Такие симпатичные дамы. Шикарные голоса. Согласна со мной? Самые славяночки — это работа или хобби? Это работа. Это профессиональный коллектив. Коллектив Крымской республиканской организации. Крымская филармония. Спасибо. Кто еще хочет задать вопрос? Вы, да? Скажите, а с чего начинался у вас коллектив? Можно узнать историю зарождения вашего ансамбля? Это очень длинная история, очень интересная и даже немножечко с юмором. Вот. Но мы не будем о ней сегодня рассказывать, потому что уже 7 лет коллективу. Кстати, недавно исполнилось 7 лет. Можете нас поздравить. Поздравляем, пожалуйста. Потому как для коллектива, особенно для женского вокального трио, обычно быстро очень распадаются такие коллективы женские. Ну, в связи с тем, что рождаются девушки. Девушки выходят замуж, далеко могут за границу и у нас здесь. Вот. Но вот наш коллектив только расширяется. Нас было трое и четверо. Наш коллектив сейчас вот недавно, уже по 2 месяца, с вами работает Елена Бегма. Она уже 7 лет. 4 года работает Елена Филимонова. 7 лет работает Наталья Прокопьевна. Она вот самый главный у нас человек. Я думаю, художественный руководитель. Ваня, думаю, можно добавить? Год, да, конечно. По поводу работы и хобби. Можно попробовать? Это душевное состояние. И на работе, и дома, и во время свободного времени. Я думаю, что такими темпами вас скоро будет 4, а целых 5. Мы с удовольствием можем принять еще кого-нибудь из своих коллективов. Только они, естественно, очень талантливые, голосистые и, конечно же, красивые. Все девушки здесь красивые, сидят под нижними. Замечательно. Ну что ж, молодцы, славяночки. Давайте еще раз поаплодируем. Продолжаем. Удалось молодцам-то понравиться. Что же помогло краснодевицам? Мы, наверное, не раскроем тебе все секреты сегодня. Пускай останется небольшая интрига за славяночкой. А мы расскажем. Уже все участники хит-парада использовали свой первый шанс и показали свои способности. Конечно, многие выступления оставляли желать лучшего, но впереди еще второй шанс. И вторую попытку грех не использовать на все вооружение. Готовьтесь, бой продолжается. Но в нашей сказке, как и во всех других, обязательно победит справедливость. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Завтра мы обязательно продолжим. We'll be right back.